Компания DDA была образована в 2012 году. Данная компания занималась только производством сушеных овощей. Но, проведя анализ рынка, тенденции и так далее, было принято решение о диверсификации производства. В 2015 году был построен новый холодильный комплекс, также на той же базе в городе Ташкенте, который занимается не только экспортом кладовочной продукции, но еще и переработкой. В 2016 году была запущена линия шоковой заморозки. Это достаточно новая тенденция, то есть продукт замораживается на клеточном уровне. Начиная с 2013-2014 года было принято решение о обеспечении сырьевой безопасности. То есть было принято решение о получении земельных угодий, и мы начали уже не закупать, а сами производить кладовочную продукцию. Сейчас на базе нашего предприятия имеется порядка 8 гектаров питомников, где выращивается порядка 80 миллионов рассад. Мы производим плодовочную продукцию, которая экспортируется в основном в страны СНГ. Благодаря нашим сертификатам, это Global GAP, ISO и Halal, мы уже можем спокойно выходить на рынки ЕС и на азиатские рынки, ну, в основном мусульманские. У нас запускается новый проект на Манганской области. Это новый завод по переработке плодовочной продукции. В основном он будет нацелен на производство черешни, свежей черешни. Там у нас порядка 2000 гектаров земли, только черешневого сада. Уже есть заказы на будущие наши объемы, это в основном Южная Корея. Согласно условиям конкурса, нам просили описать те новые технологии, которые мы использовали при производстве, переработке. Мы взяли все из практики, то, что у нас уже существует. Это система капельного орошения, шпалерная система, затемняющие сетки, агроволокно. И вот с этими нововведениями мы вышли на этот конкурс. Компания из Узбекистана Gold Right Food Export. Для вручения награды на сцену приглашается ее превосходительство госпожа Памела Спратлин, посол Соединенных Штатов Америки в Узбекистане.